приветствую зрителей канала «Мудрая рядом». Сегодня покажу, как делать новогоднюю игрушку украшения для елочки «Белый бычок». Нам понадобятся листы бумаги формата А4. Для большого бычка диаметром 23 сантиметра лист бумаги надо разрезать на две части. Двух частей недостаточно, понадобится еще третья. Для бычка поменьше 11 сантиметров в диаметре половинку листа А4 разделим пополам. Понадобится две таких полоски. Их все надо будет склеить между собой. Из получившейся ленты делаем гармошку. Смазываем клеем одну из сторон. И соединяем. Пока она развалилась, это не страшно. Самое главное, сначала мы склеиваем стороны, они будут плотненькие. И когда они уже прочно держатся, приступим к соединению самой серединки. И здесь всю серединочку обильно смазываем клеем. С одной стороны переворачиваем, то же самое делаем с другой стороны. Делаем произвольно, само по себе оно схватится там, где соприкоснется. Ну и, конечно, надо подержать. Возьмем прямоугольник чуть уже, чем сама мордочка, но при этом, чтобы она закрывала место нашего сгиба, место соединения. И заокруглим углы. Добиваясь того, что у нас получится овал. Для того, чтобы мордочка была более естественной, нижние части чуть-чуть полудугой сделаем надрезик. Прорисуем контур. Смажем обратную сторону клеем. Полностью весь листик, потому что мы не будем точно знать место соприкосновения. И приклеим. Дальше дело за вами. Можно наклеить, можно прорисовать все детали мордочки. Всем, кому интересно, как рисовать, есть видео на канале «Гирлянда Белый бык». Всем пока-пока! С наступающим!